Туалетная бумага и пакеты как высокое искусство. Необычная фотовыставка открылась в Екатеринбурге. Голландский художник, подражая живописи 17 века, создал серию фотопортретов. На всех картинах одна модель и муза автора – его дочь Паула. На перевоплощение у Хендрика ушло 12 лет. Все потому, что фотограф не просто копировал женские портреты, а осовременивал их. Дочь надевала не в роскошные платья и дорогие украшения, а с помощью подручных материалов. Полиэтиленовых пакетов, туалетной бумаги и полотенец. Так, например, алюминиевая фольга напоминает голландский чепец, а шланг стиральной машины – кружевной воротник. Все это в сочетании с невозмутимым выражением лица модели не только удивляет, но и заставляет задуматься о глобальных проблемах современного мира. Одна из моих работ – это пакет, где Паула с пластиковым пакетом на голове. Пакеты выбрасывают, и они загрязняют окружающую среду. В своей работе я показал, что помимо потребительской, они могут нести еще и культурную ценность и использоваться не единожды.